Красноярские кинотеатры начали продавать билеты на скандальный фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Премьера состоится через месяц, 26 октября. В кинотеатре «Луч» уже стартовала предварительная продажа билетов. Информация об этом появилась в официальной группе развлекательного комплекса в социальных сетях. «Квадрофильм» и «Киномакс» «Матильду» показывать тоже будут, но билеты пока не продают. Расписание сеансов еще утверждается. Сеть кинотеатров «Синема Парк» от показа фильма уже точно отказалась. Руководство опасается за безопасность посетителей. Об этом сообщает «Интерфакс». Напомню, «Матильда» – это фильм режиссера Алексея Учителя о романе цесаревича Николая, будущего царя, и балерины Матильды Кшесинской. Протесты вокруг картины начались еще в прошлом году. Они прошли во многих городах страны. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская требовала запретить картину, которая якобы оскорбляет императора, причисленного к лику святых. А в этом сентябре неизвестные сожгли автомобиль адвоката Алексея Учителя, разбросав листовки «За Матильду гореть».